9 медалей, 2 из которых высшие пробы. Так для белорусской сборной завершились юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. Накануне состоялась церемония закрытия. Нашу команду представляли 37 атлетов, которые выступили в 16 видах спорта. Двукратным чемпионом стал 17-летний дзюдоист Артем Колосов. Ему и доверили нести флаг на заключительной церемонии. Мне сегодня выпала огромная честь нести белорусский флаг на церемонии закрытия 3-х юнских Олимпийских игр. Я очень горжусь Беларусью и спасибо всем тем, кто поддерживал нас. Мы очень любим вас. Всего в 3-х летних юношеских Олимпийских играх участвовали более 4000 спортсменов из 200 стран. Следующая такая Олимпиада пройдет в 2022 году в Сенегале.